Ах, как пели. Замечательно, да? А дело в том, что вообще земля наша пенинская, ну и в частности Малосердобенская, богата талантом. И мы сейчас видим, как замечательно поют, сочиняют стихи, сочиняют мелодии. И, конечно, Федор Васильевич Гладков, это сын, уроженец этой земли, не мог быть не талантливым человеком. А вы знаете, вот сейчас я как бы вот пытаюсь осмысливать, да, то, что происходит. И я прекрасно понимаю, что в России происходит большое движение. А вот оно называется возвратом к корням, да, но на самом деле это шаг вперед, огромное движение вперед. Потому что сохранить нашу родину, воспитать в людях чувство патриотизма невозможно без обращения внимания людей к своему историко-культурному наследию, к своим именам, к тем людям, кто прославил нашу землю, кто показал нам достойный пример. И вот то, что здесь происходит, это малая частичка огромного процесса, который сегодня затрагивает всю Россию, без исключения, конечно же, Пенинской области. И здесь уже Александр Васильевич сказал, что губернатор одобрил это событие, вот то, что здесь происходит сегодня, да, создание, ну, будем говорить, Руслана с Гудом, так изначально мы планировали. Но Василий Кузьмич этот процесс запускает на всей территории Пенинской области. Это здорово. А если говорить о Федоре Васильевиче, то он принадлежал плеяде гигантов литературной мысли советского периода. Людей, которые прожили в непростой, в очень сложной эпохе. И при этом остались людьми честными, порядочными, людьми талантливыми, людьми преданными своей родине, советской стране и России. И, конечно же, ведь главная идея писателей того периода, за что мы их всех должны вот помнить сегодня и благодарить, за то, что они показали, как человек, вооруженный святой идеей любви к своей родине, созидательной идеей, он мотивирует себя на настоящие трудовые боевые подвиги. И это важно. Нельзя жить отдельно. Мы никогда не будем жить, как живут на Западе. У нас другая цивилизация, у нас другие смыслы существования. Мы сильны, когда мы вместе, мы сильны, когда мы любим Россию. И тогда всему миру останется нам позавидовать. Огромное спасибо организаторам, огромное спасибо гостям, которые приехали, почтили нас своим вниманием. Огромное спасибо родственникам. Большое дело. Сейчас я хочу гостям и родственникам вручить наши небольшие, ну, презенты, что ли, да, нашей родной стране пенинской. Там у нас есть немножко брошюры, книжки, ну, то, что мы готовим к 200-летию Лермонтова, у нас через год еще один большой, огромный праздник. Пожалуйста, вручайте, Надежда, вам. А я скажу, что замечательное событие, дай Бог им большого продолжения. Спасибо.